Заправка – дело привычное. А вот заправка некачественным топливом – довольно необычная ситуация для каждого автомобилиста. Как понять, что вы заправились плохим топливом и что делать в такой ситуации? Сегодня разберемся. Для начала отметим, что самому определить качество бензина практически невозможно. Все народные способы и тесты без специального оборудования бесполезны. Сразу, как правило, если топливо по каким-то параметрам не соответствует, то, как правило, какое-то время машина все равно двигается. Да, можно только посмотреть внешний вид, наличие мехпримесей, плавает там что-то или нет. Ну, в крайнем случае, измерить плотность нефтепродукта ареометром. На каждой заправке находится сертификат качества, который подтверждает соответствие партии стандартам. Вы всегда можете ознакомиться с документом на информационном стенде. Истребовав этот паспорт, вы можете убедиться в ключевых параметрах этого топлива. Если же все-таки вас это не устраивает, вам хотелось бы более подробно уточнить. Для этого существует простая процедура. Это отбор проб, совместный отбор проб. При отборе проб в специальные колбы помещают образцы топлива. Все три баночки вы опломбируете своей подписью. Одну из них отдадут вам. С ней вы можете отправиться на экспертизу. На АЗС нам признались, за время работы факт заправки некачественным топливом ни разу не подтвердился. А все потому, что контроль сейчас очень серьезный. Но это не значит, что такое не может произойти. Теперь вы знаете, что делать. Легкой вам дороги на работу. Пока!